Комментарии к сегодняшней игре, пожалуйста. Мы, если еще в первой половине что-то у нас было похожее на баскетбол, а второй мы проиграли в основном в агрессии. Показатель по штрафным 32 против 10. То есть команда Тернополя была агрессивней. У нас по нападению многое не получалось. Пропустили довольно много подборов на своем счете. В первую очередь от Югбы. 6 подборов он у нас снял. Вроде как отбились тут. Раз, два, три. Ну, во-первых, поздравляю Тернополь с победой. То есть в нашей лиге появился очень хороший соперник, очень хорошая команда. Украинский баскетбол, я думаю, что от этого очень многое выиграл. Будет с этой командой очень много, я думаю, интересных игр. Ну а мы будем, как это банально не звучит, пытаться работать, не опускать руки и улучшать качество своей игры. Спасибо.